Друзья, всех приветствую вас на своем канале Деревни Подмосковья, и меня зовут Алексей. Тема сегодняшнего видео я решил записать, наверное, отчасти слова благодарности авторам каналов «Живу на хуторе в Лангалии» и канал «Я батя». И как раз я расскажу о том, где я размещал свои видео и стоит ли это делать. Давайте, наверное, подойдем изначально издали. Где-то более 3 лет назад я решил создать свой канал. И тема канала у меня была, наверное, знаете, такая больше огородная, про собаку, про цветы. То есть деревенскую тематику я как таковую не трогал. И потом, блуждая по интернету, я наткнулся на деревенские каналы, где, собственно, мне стала достаточно интересна эта тема. Я решил, что а почему нет? Я тоже хочу снимать про деревенскую тему. И я решил, что все, меняю на корню тему канала и стал писать, собственно, все свои видеоролики про деревню. Но весь вопрос в том, что на том этапе у меня те зрители, которые приходили, они приходили в основном на собаку, на цветы. И, как правило, это люди были, ну, наверное, больше пенсионного возраста. Естественно, я думаю, многим тема деревни не особо интересна, а тем более не интересна там, где я рассказываю про скутер, газонокосилку, там, про мотоблок или еще про что-то. То есть, ну, и тем более там не интересна моя жизнь. Но как раз смысл в том, что мне захотелось именно рассказывать про, наверное, свою жизнь, про то, как я живу, рассказывать и показывать, чем я занимаюсь в деревне. Ну, в общем, все-все-все, что со мной связано и связано с моей семьей. И на каком-то этапе у меня произошел некий провал по просмотрам. То есть старые ролики, естественно, у меня смотрят, но все новые ролики, они у меня стали набирать там, ну, 100 просмотров, 150, 200, это в лучшем случае. Естественно, меня как бы это все смутило, и появился вопрос, блин, а что же делать? Где-то размещать платную рекламу, ну, особых возможностей нету. И я пришел к мысли о том, что, наверное, было бы неплохо попробовать разместить свою рекламу у деревенских блогеров. Я составил письмо, где обратился с просьбой пойти мне навстречу и рассказать о моем канале. Ну, по моему мнению, где я считаю, что я достаточно неплохо снимаю и контент, ну, достоин внимания. Что произошло? В большинстве случаев каналы просто не ответили, то есть проигнорировали. Что меня, собственно, удивило, когда все на каждом углу кричат, что взаимовыручка, взаимопомощь, там, дружба и все остальное. К сожалению. Некоторые сказали, что сейчас не время этим заниматься, а кто-то считает, что это не нужно делать. Ну, наверное, это действительно так, если они так считают, это их право, и, собственно, себя никому не навяжешь. Я обратился еще к одному каналу, это канал «Я батя», автор канала живет в Беларуси, развивает свое хозяйство, и автор канала, кстати, зовут Костик, пошел мне навстречу. Костик, за что тебе большое спасибо за рекламу. Что я получил с рекламы своего канала и каким образом Костик сделал рекламу? Костик разместил рекламу в своем сообществе, где обратился к зрителям с просьбой обратить внимание на мой канал и поддержать. К моему великому сожалению, пришло, наверное, всего несколько человек. Насчет подписчиков точно сказать не могу. Ну, наверное, какое-то количество, я думаю, пришло, ну, прям вот совсем чуть-чуть, там, может быть, 10-15 в лучшем случае. Зрителей практически не было. То есть, в моем случае данная реклама не сработала. Мне, к сожалению, очень жаль, но в любом случае Костику огромная благодарность за его поступки. Меня как бы это тоже чуть-чуть все смутило. Думаю, блин, что такое? Почему у многих реклама работает? У меня как-то вот она вообще никак. Я как-то блуждал тоже по интернету и наткнулся на один не менее интересный канал, называется «Живу на хуторе в Лангалии». Автор канала Виктор, молодой парень, ему 26 лет, живет в Прибалтике и, собственно, вот переехал из города, приехал на хутор. У него достаточно большой участок, там, по-моему, несколько гектар. Но суть не в этом. Суть в том, что я обратился к Виктору, сказал, что «Виктор, не мог бы ты мне помочь с моим каналом, вот у меня...» Собственно, вот такая проблема. У меня нет просмотров, поменял тему канала и никак не могу вылезти из этой кабалы. На что Виктор, собственно, согласился и сказал, да, окей, не вопрос. И как раз совпало с тем моментом, что у Виктора пошел достаточно, наверное, такой мощный вброс подписчиков. И он как раз опубликовал ролик с 10 тысячами
подписчиков, то есть буквально за короткий срок. Когда я ему писал, там буквально за день, за два, наверное, к нему прилипло там 2500-3000. Виктор в своем ролике обозначил, что вот есть такой парень, есть такой канал, и, собственно, он периодически тоже смотрит, снимает хорошо. И тут тоже, собственно, случилось то же самое, что и с Костиком. С его канала пришло, ну, в лучшем случае, наверное, порядка 10 зрителей. И практически, может быть, 5-10 подписчиков. И вы знаете, меня, честно говоря, это удивило. А как же так? При том большом количестве людей и просмотров, люди даже не то, что я бы, например, понял, если бы люди пришли на канал и сказали, слушай, нам твой контент не нравится, либо хотя бы посмотрели его и написали, там, не нравится, отстой, там, или еще что-то. А здесь даже переход людей не состоялся. И я, наверное, для себя сделал вывод, что каждый зритель для себя подбирает определенного автора канала, и ему, собственно, уже прыгать особо не хочется с канала на канал. Он вроде для себя все, что хотел, нашел. И даже если у вас будут похожие каналы, даже если тематика одна и та же, и, как вы считаете, контент практически один и тот же, вероятность, что придут и подпишутся на ваш канал, очень мала. На мой взгляд, для того, чтобы пришли на ваш канал и на ваш канал подписались, здесь нужно, скорее всего, много факторов. Это однозначно не один канал, это много каналов. Здесь, скорее всего, реклама, где, можно сказать, наверное, даже над этим работает целое сообщество, где реклама делается, может быть, даже на ваш канал не с одного, не с пяти, не с десяти, а может быть, даже с 50, с сотни каналов. Пусть даже это будут короткие, на короткое время реклама, но в любом случае подобные сообщества присутствуют. Это не накрутка, то есть с накруткой я бы не советовал вообще в принципе связываться, но вот подобные услуги тоже, собственно, есть. И здесь присутствует некий минус, эта услуга платная. Вот. Во всех других случаях, я думаю, чтобы к вам пришли и у вас остались, шансов немного. Даже если вы сами считаете, что у вас контент достаточно хороший, что вы даже там, может, делаете лучше, даже если вы говорите, может быть, лучше, даже если у вас там юмор краше, все в комплексе это взять, то не факт, что даже те люди, которые к вам придут, у вас останутся, потому как для многих важны такие моменты, например, как вы говорите, да, кто-то говорит быстрее, кто-то говорит медленнее, кто-то с юмором, кто-то о более серьезных темах. У любого зрителя у него есть свои пристрастия. И, как я сказал ранее, каждый выбирает под себя автора. Поэтому жаль, конечно, две вещи. Жаль, что люди не пришли, хотя бы даже бы посмотрели, если бы пришли. И, ну и жаль, что таким образом тоже не получил подписчика. То есть в моем случае данная реклама не сработала. Что бы я хотел сказать начинающим? Стоит ли обращаться к подобным каналам с просьбой прорекламировать свой канал? Наверное, да, стоит. Потому как мы не знаем и не можем предугадать, где выстрелит, а где нет. Все как бы, любой контент, он может быть уникален. И ты даже порой не знаешь, тебе кажется, что вот этот ролик, он не пойдет, а этот ролик стреляет, как там, где вы потратили кучу времени на создание, там, на монтаж и на все остальное. Поэтому обращаться однозначно стоит. Единственное, что я, наверное, хотел порекомендовать начинающим, нужно обращаться непосредственно по своей тематике. То есть, скажем, если вы занимаетесь вышивкой, то, понятное дело, обращаться к каналу, который занимается автомобилями, смысла нет. Даже если оттуда к вам придут люди, скорее всего, вас смотреть не будут. И, ну, маловероятно, что, в принципе, люди даже такие придут. Это не их тема. Сами понимаете, автомобили и вышивка – разные темы. То же самое, как я не знаю, кто занимается там сантехникой, и прийти и посмотреть там на мой канал, на деревню, тоже смысла такого нет. Поэтому, если вы хотите развивать свой канал, однозначно, друзья, работайте над контентом, работайте над хорошей картинкой, над хорошим звуком. В любом случае, обращайтесь, наверняка кто-то, может быть, из блогеров пойдет навстречу. Понятное дело, что в большинстве случаев, друзья, реклама канала, она, естественно, платная.
И никто за даром в наше время ничего не хочет делать. То есть это либо услуга за услугу, либо как-то по-другому. Ну, может быть, если вы начинающий канал, подобный канал, то есть некое сообщество создастся, и кто-то начнет друг друга рекламировать, но здесь шансов мало, потому что у вас получится некая цикличность, и люди у вас будут практически одни и те же. То есть здесь нового подписчика сложно получить. Тогда лучше снимать, наверное, на мой взгляд, и пилить непосредственно сами ролики, делать, как я уже сказал ранее, качественный контент и его выпускать. И тогда вы соберете себе уже и зрителя, и подписчика. Ну вот, собственно, вот такая вот история про рекламу там, где я размещался, пробовал и понял, что лично для меня, ну, как бы смысла в будущем, наверное, такого особого нету. Ну а вам большое спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, делитесь с друзьями в соцсетях. Всем пока!